Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «Давай найдем Ларри». Это хоррор. Вопреки тому, что это вообще не выглядит как хоррор, но это хоррор. Причем я увидел за рубежом, эта игра прям дико хайпит, поэтому давай попробуем, давай посмотрим. Посмотрим, хорошец это или говнец. В общем, я так понимаю, основная идея в том, что я должен искать Ларри. Ёбай. Вот он Ларри. О, привет! Здорово. Я уже понимаю, почему это хоррор. Меня зовут Финдо. Я люблю находить людей. Весело. Давай-ка я покажу тебе кого-нибудь, кого тебе нужно найти. Иди и нажми кнопочку А или Д на твоей клавиатуре. Ага, это поворачивает. Понял. Ого, ты просто весь мир только что повернул. Блин, вот это да. Я чувствую, будто я скоро закручусь. Жестко. Молодец. Крутить это круто для того, чтобы найти каких-нибудь людей и найти новую перспективу. Однако еще одна вещь. Секундочку. Это хоррор. Я обожаю такие хорроры, в которых непонятно, как это вообще тебя пугает. Эй, это я. Должно быть довольно трудно увидеть меня отсюда, да? Нажми правую кнопку мыши, чтобы присмотреться. Вот это я. Вау! Ты готов? Давай-ка я найду еще людей. Нажми дальше, чтобы продолжать. Окей. Я пока не очень понимаю, где это вообще меня... Какой прекрасный день. Я пошел прогуляться в парке. И потом я увидел его. Я никогда не забуду его лицо. Мой лучший друг из старшей школы. Ларри. Он тот самый, о ком говорят во всем городе. Мы не видели друг друга уже долгие годы. Довольно здорово видеть тебя, Ларри. Окей, вот он, Ларри. Здорово. Блин, это просто сам по себе, он скример. Окей, я нашел Ларри. А, я должен везде искать Ларри. Вообще, этот чувак голый. Так, но мне, я так понял, нужно найти только Ларри. Вон он, маленький самый. Это прекрасный день, не так ли? Окей. Мне пока непонятно просто, почему они так выглядят. Ё-моё. Ебать, у тебя глаза. Блин, прикольно, слушай, они, наверное, сделали какой-то алгоритм, чтобы их случайно генерировать. Чувак, жопа, чувак опять голый. Почему здесь постоянно кто-то голый? Почему в этом мире постоянно ходит какой-то голый мужик? Парень с вермишелью на голове. Вот это здорово тебе, наверное. Так, а где Ларри? Тихо, парни, нам нужно найти... Вон он спрятался за другим чуваком. Окей, это довольно интересно. То есть это одна из тех игр, где... Сука, что ж такое? Что, блин, с вами не так? Гля, как... Это моя новая девушка. Еще один чувак с черными глазами. Блин, мне пока что пугает только их визуал. Где Ларри? Где мой лучший друг Ларри? Ларри, что ты постоянно прячешься за мужиком с большими сиськами? Видимо, Ларри это нравится. Так, окей. По-любому Ларри не здесь. Смотри, кстати, довольно прикольно то, что тут прям городок. Я не понимаю пока что, куда пугаться. Стой. А где Ларри? Я не могу пока что его найти. Ларри по-любому не здесь. Да опять, по-любому спрятался за каким-нибудь чуваком с большими сиськами. Я тебе точно говорю. Иного варианта нет. Ларри нигде больше не прячется. Только за ними. Ты Ларри? Похож, блин. Слушай, ты не брат его случайно был? Ля, чувак тут типа... Подожди, это моя фотка! Это же я! О! Ларри, мать твою! Ты где? А никто не хочет мне напомнить, как вообще Ларри выглядит? Если честно, я уже забыл. Ты Ларри? Да ты Ларри, я тебе говорю. Он может быть на... А! На самом заметном месте. Многоточие. Тебе что-то не нравится, Ларри? Все нормально. Так, хорошо, то есть сначала нормальная тема просто крутануть, чтобы посмотреть его... А, вон он. Это не он? А что там чувак в текстурах прячется? А что ты делаешь в текстурах? Алло, тебе вообще нормально, нет? Так, стоп. То есть Ларри может в текстурах просто заныкаться, что ли? Они становятся больше и больше похожими друг на друга. Где? 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 Где ж ты, собака? По-любому вот сейчас или за зданием прячется, или за уголком каким-нибудь. А может вообще за текстурами? А, вот он. Под деревом! Ты что под деревом забыл? Ты там желуди подъедал, что ли? Так, хорошо. Ой. Все просто на одной точке. Так, стоп. Да-да-да-да-да-да-да. Стоп, вот он. Нет? Что за чел постоянно в текстурах прячется? Причем это с одной и той же прической, да? Ну-ка, подожди. Тот же чувак, да? Тот же чувак. Видал, что умею? Оп. Вот он. Его можно легко найти, потому что он маленький. Ты что, за мной следишь? Он что, не знает, что я за ним хожу? То есть я просто какой-то чувак, который шляется за ним и пытается его выслеживать среди всех остальных людей. На самом деле я здесь враг.
Я здесь злодей. Мне это нравится. Представь себе, за тобой гонится всемогущий Господь Бог, просто следит за тобою, постоянно пытается тебя найти, а ты маленький такой и пытаешься спрятаться. Вот это реально хоррор. Вот он. You found Larry. Я нашел. Что это было там? Ты видел? Там снизу что-то появилось. Пока что ничего страшного, как бы. Ну, Ларри, ну слежу я за ним и слежу. Я вообще, у меня было хобби такое. Ты видел? Вилли Мэг. Ты видел его? Почему здесь? Что? Почему здесь везде ножи? Причем машин здесь... Прошло. Херово. Вот он, Ларри. С тобой все нормально, Ларри? Нет, он боится, с ним не все нормально, смотри. Он оглядывается в разные стороны. Ларри, успокойся, все нормально. Я с тобой, тебе пиздец. Кстати, родное, будущее реально наступило, потому что сейчас я, короче, прохожу игру для другую, для видео, и там у меня очень много текста. Я его, конечно, перевести могу, но зачем? Если я могу просто взять в Яндекс Алисы зайти, вот он так выглядит, умная камера, и он тебе позволяет сразу перевести все просто через фотку. Ты просто фоткаешь текст и переводишь его. Охренеть, это что вообще такое? Нормально все выглядит, все хорошо. Больше того, это еще не все. Оно может решать примеры. Я могу сказать: Алиса, давай придумаем. Готовы придумывать. Как назвать видео про ФНАФ? ФНАФ. История страха. Также ты можешь при помощи нее спокойненько решать примеры просто через умную камеру, опять же. Ты просто фотографируешь пример, и он тебе его решает. Будь я Белкин, когда я это получил, я был бы просто счастлив. Ладно, качай по ссылке в описании, уверен, тебе будет полезно. Это кто? Глич какой-то. Так, ладно, хорошо. Мне уже начинает быть интересно. Ларри самый маленький, это вообще не трудно его должно быть найти, но что-то как-то вот... Не получается. Вот сейчас ты, наверное, его видишь, а я в глаза долблюсь, да? А, они, кстати говоря, все разных размеров. То есть, получается, Ларри не самый маленький. Тут два чувака, видимо, торгуют чем-то, слышь. Вон они вдвоем спрятались за зданием, чтобы их никто не видел. Растение, отель. Кстати, интересно, я не обращал внимания на здания, которые здесь есть. Можно к зданиям присмотреться, возможно, на зданиях будут какие-нибудь намеки интересные. Эй, ты где? Я не могу тебе подойти. А ты что тут стоишь один? Никому не нужный. Неудачник. Не знаю, Андрюха добрый. Пытается всех удержать. Чувак просто стоит, никого не трогает. Прилетел Андрюха. Ты неудачник. Лох. Да ты гонишь. Ты теперь в зданиях прячется. Эй, прекращай. Да, я тебе говорю. То есть главный хоррор в этой игре в том, что я за ним слежу. Что это за важные ребята все? И, кстати, теперь много чуваков стоят на крышах. Ларри маску одел? Ларри пытается замаскироваться? Да, походу. Потому что я его сейчас не вижу. Ну-ка, подожди, давай по окнам сразу посмотрим. Нет, в окнах я его не вижу. То есть он, походу, один из этих ребят. А как я должен это определить сейчас? Может быть, по... А, вон он. Ну, дурачок ты, Ларек. Прекрати за мной следовать, иначе я вызову полицию. Нет, я не прекращу. Нет. Помогите, кто-нибудь, за мной гоняется! Что происходит? Почему музыка поменялась? А почему все там были в этих? Почему все... Пожалуйста. Почему все там были в очках? И почему он теперь даже не прячется, он просто трясется? Тут есть какой-нибудь пасхалочки, интересно? Так, ладно, я тебя нашел. Слушай, это уже интересно. Фига себе. Он прибежал от меня в магазин, да? Но ты в магазине от меня тоже не спрячешься, Ларек. Я здесь тот, кого нужно бояться, Ларек. Кстати, маски. Среди масок на Хэллоуин от меня спрятался. Нет, Ларек, такое тебя не спасет. Ага, в туалет хочет. Ну, конечно, тебе в туалет понадобится после того, как я за тобой охочусь. Что там? Там чувака убили. Ты видел его? Не понял. Интересно. Так. Hey, can't you see someone's in here?
Ты же не видишь, что тут сидит. Ну, здорово. You found Larry. У тебя нет никакой идеи, что ты делаешь. Ты что, с ними? Господи, боже мой. Пожалуйста, оставь меня. Так, где тварек? А, вот он. В машину заныкался. Так, ладно, это уже интересно. Он говорит, ты с ними? С кем с ними? Он основательно конкретно прячется от нас, потому что мы за ним охотимся, и он считает это таким. Он говорит, ты с ними, и ты не знаешь, что ты делаешь. Так, ну я думаю, самое простое, это просто здесь смотреть сейчас и искать варька. Фига, я его нашел, ты видал? Мозг, 31. You found Larry. Он разбился, пытаясь от нас сбежать, и он там кулаками мне показывал, типа, я тебе сейчас рожу набью. Что? Какой-то старый город? You found Larry. Нет, Ларри, даже здесь ты от меня не спрячешься. Город, в котором не осталось почти никого, кроме Ларри? Я не могу я не могу выйти. Типа здесь оставь. Чего? У меня мурашки. Что? Это они. Он же сказал, ты с ними. Это те, кто его ищут. А Ларри пытается спрятаться. А, я могу вот так поворачивать. То есть я не могу выйти от... сюда. Эй! Пошел вон! Он влезает, я не могу от него избавиться. А, избавился. Блядь! Ты Ларри? Я заметил, ты кое за кем очень активно следил. Мы любим тоже находить людей. Знаешь эту крысу? Хороший парень Ларри, еще раз. Популярный локальный чувак. Был майором. За то, что делал хорошие вещи. Он очень добрый. Я знаю, что он рядом. Я могу его чуять. Я бы хотел немножечко с ним поговорить. Он очень сильный мудак. Я знаю, что его довольно трудно отыскать. Но ты, похоже, прекрасно справляешься. Я не хочу, чтобы ты кого-нибудь расстраивал. Так что продолжай оставаться на его хвосте. Знаешь ли, это ведь хорошо для тебя. Ты нас приведешь прямо к нему. Хе-хе-хе-хе-хе. Ларри здесь нет. Окей. Теперь я должен копаться по мусоркам. Моя любимая. Но он не в мусорках. А может быть в мусорках? Нет. Ларри не здесь. Пока что Ларри хорошо от меня прячется. Ларри, ну ты же в мусорках не будешь прятаться-то, правда? То есть город становится все хуже и хуже, когда мы находим людей с тобой. Как интересно, слушай. Машины? А это свалка. Ларри? Это Ларри. Вот он. Или это не Ларри? Ты видел их, не так ли? Слушай, они забрали мою семью. Они забрали их. Я не знаю, что они сделали. И теперь... они за мной тоже идут! Они неостановимы. Куда бы я ни пошел, они всегда за мной следуют. И никогда не останавливаются. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Нет выхода. Помоги мне, пожалуйста. Ведь я погибну. Ах. Они здесь. Пожалуйста. Вот он. Я не могу управлять мышкой. Они все здесь появляются вокруг него. И этот чувак, который рядом со мной был. Говорит, выходи, выходи, Ларри. Покажи мне, где он прячется. А у меня нет выбора, да? Ты кому, Ларри, перешел дорогу? You found Larry. Ты нашел Ларри. Теперь его привели в какой-то клуб, где все в костюмах свиней. То есть, я так понимаю, они забрали его для того, чтобы... Нет! Или да. Я хотел сказать, что он от них сбежал, но вряд ли он от них сбежал. Вряд ли он бы сюда просто так пошел. Да! Это какой-то садомазоклуб. Видишь, у него во рту что? А вот.
Блять. Ладно. Но музыка хорошая такая. Вон он. Ну ему здесь явно нравится. Сбежал? Молодец, Варя. You found Larry. Окей, окей. Блин, Варри, темно. You found Larry. То есть я реально работаю на убийц. Ищу Ларри, который пытается от меня сбежать всеми способами. Хорошая работа. Этот дурак убежал в здание перед тобой. Там он в ловушке на крыше. Этой ночью, парни, вы наконец-то сможете хорошо на него посмотреть. Возьми-ка это. Ты нашел 50-калибровую снайперскую винтовку. Чего? Серьезно? Я не хочу! Я не хочу! Да я не хочу! Нет! Нет! А! Дурак, Ларри, блядь! Сам набежал на мой прицел. Я пытался как-нибудь куда-нибудь еще нажать. У меня мурашки. Слушай, это прямо очень уникальная игра. Я не хочу! Нет! Я не могу! Ты ублюдок! Пошел проверить, насколько высоко. Молодец, парень. Но ты не знаешь, насколько долго мы были за этим ублюдком. Мы теперь тебя поймали, бежать некуда. Ты давно от нас прячешься. Я полжизни тебя искал. Чем он вам так насолил? Время. Вилли Мак. Но... Я просто Ларри... Заткнись! Прекращай! Ты, сукин сын. Когда я слышал, что тебя поймали в полицию и посадили тебя в тюрьму, это был худший день моей жизни, потому что я думал, что этот момент никогда не настанет. Момент, когда я смогу к тебе приставить свой пистолет. Он не Ларри? Он же Ларри. Не понял. Подожди. Сейчас будет поворот сюжета какой-то? Он сам? Какое-то зло во плоти. Или что? Я не могу ничего делать. Меня трясет. Я не могу нажать ничего. Так Ларри уничтожил город, завалил всех, а я помогал этому челику поймать убийцу. Возможно, он у него там семью забрал или что-то такое. Это была маска! Это маска, которую Ларри одел. Ты не мог меня оставить, да, в покое? Ларри, Ларри! Это я, твой друг со старшей школы. Я думал, что я хорошо имел свою жизнь, но теперь придется поиметь тебя. Мне придется новое место искать, чтобы спрятаться. Интересно, ты будешь кричать так же, как он? Я не могу... Чего? Да ладно! Блять, у меня мурашки. И я знаю, что в этом месте сбегай... Блять! Блин, как круто. Какое-то тело мужика было найдено сегодня в парке. Полиция оцепила парк и нашла мусорные баки, которые были закопаны. Мусорные баки, в которых были части тел. Мы пытались понять, кто это, но было трудно, потому что лицо этого мужчины было убрано. Полиция ищет кого-нибудь, чтобы они могли подсказать с этой информацией, не видели ли они или слышали что-то с 8 до 9. Очень много ужаса видели там. Это было похоже на Вилли Мака, чувака, который год этот мучил
многие... Точнее, этот город мучил многие годы. Вилли Мак, который мучил и издевался над людьми с 96-м и 99-м. Многие из этих картин были замечены. Вы видели его? А, это тот самый чувак. В 2001 году он был пойман и отправлен в полицию. Однако, в последнем году мистер Мак было решено, что он умер, когда пытались перевести его в другое место. А машина была разбита. Полиция сегодня получит фидбэк. Но пока что мы переходим к Тому, и он расскажет вам про погоду. Я, блядь, ненавижу эту работу. Том? А, да, спасибо, Джерри. Прекрасный день сегодня. Будет тепло. Вау. Вау. Игра офигенная. Мне очень понравилось. Крутой поворот на основе того, что вообще происходило. И прям даже поворотов несколько в нашем сюжете. Я думаю, мы помогаем злодеям, мы помогали хорошим ребятам. Круто. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии и... Берегись, Варри. Пока. Там в конце появилась на секунду.